сделаю. Если не умею. Ну, тебя в любом случае, когда ты жмешь. Пакет? Пока нормально. Синий, да, блядь. Зеленый, ребят. Зеленый, как суперкот, как раз новая серия октября вышла. Я же специально пришел, я в зеленый сейчас покрашусь вместе с черным. И мы завтра с вами смотрим спецвыпуск 40 минут, поняли? Вы что думаете, я просто так, что ли, это все делал? Да нет, ни капли. Короче, все, рандомизатор сработал, ребят. От 1 до 100 цифру выбрали. Сейчас интересно, что будет, но я не знаю, сам пока. Да, вместе с этим, да, ребят, условия при том, что если вам не понравится, я стригусь на волосы. Естественно, я же просто так быстрее не запускал еще. Кстати, у меня донат включен, ребят, можете мне деньги прислать. Проверьте кто-нибудь. Последний раз скиньте, я больше не буду просить, пожалуйста. Скиньте денег. Что это за хуйня, как Барбоскин, блядь. Очкую ли я, вы спросите? Ну, бля, знаешь, типа... Да нет? Не, ну да, ебать, что ты пиздишь-то? По тебе видно? По тебе видно, нахуй. Я по одному твоему нику понял, что ты очкошник, блядь. Ты понял меня? Кто это написал? Забаньте. Тестирую донаты. Сейчас, еще раз пришли. Надеюсь, ты отсюда лысым выйдешь. Ваня, Типон, здравствуйте. Иди нахуй. Просто первый раз крашусь, я очкую вообще, как не знаю. Не говори так близко в камеру, пожалуйста. Мне некомфортно. А, ну я рандомный выбрал. Вот, поэтому чуть очкую. Еще условия, если мне не понравится, да, ну и людям, то меня на лысо бреют. Ого. Сразу же? Нет, не сразу. Перформанса не будет, понятно. Ну здесь нет. А вот глядя на меня, вы бы какой цвет порекомендовали мне? Лавандовый, либо светлый, остальное такой кипельный. Да. Светлый. Первый это лавандовый, какой-то нежный. Что-то или... очень... Ваня, Типон, здравствуйте. Пошел нахуй. Лаванда выглядит. Пожалуйста, только не испаскудь себя. Да куда я уже паскуда, бля, ребят? Мужчина, перечислите запретки, пожалуйста, чтобы мы знали, что вы шарите за Twitch. Покрасьте ему черно-белый сплит, пожалуйста. Пацаны, я сейчас крашусь, отправьте голосовым сообщением свое мнение по этому поводу, пожалуйста. Извините, я передумал. Стригите под ноль. Мама, папа, я не формал. Да иди нахуй. Мне впадло. Этот. Ваня, Типон, здравствуйте. Ахах, не стригись на лысо, пожалуйста. Не, я нормально буду, ну, на лысо, я надеюсь, нам понравится просто, понимаете. Тут же от вас тоже зависит, что такое. Девочки в салоне кайфовые, я бы под них легла. Меня пацан обслуживает. Ты туда посидеть пришел. А ты туда нахуй подонатить сюда пришла или что? Ебать, все, писта. Все, тихо. Я готов. Это хорошо. Здравствуйте, Иван и чат. Говчерный. Сейчас, секундочку, я так вот зерно поудобнее. Хуй. Ой, если не сплит, то отписка. Сплит это что? Фильм? А это про этого мужчины ты говорил, что он тебе понравился. Ваня, Типон, здравствуйте. Мне уже не нравится. Давай сразу на лысо. Ну, тут хорошо, что не услышали. Ну, это так, это детки в основном. Да. Все, вопросов больше нет. Можно на ты? Можно на ты. А знаком с Твичом? Чисто как зритель. Кого смотришь? Я не помню, я просто меня товарищ врубал. Ваня, Типон, здравствуйте. Держи сразу на стрижку под нолик. Под нолик всегда можно успеть. Под нолик, да, можно успеть.
Я один раз себе лысину фейковую сделал. Фейковую? Ну да. Типа грим, ну понял? Да. Я работал в театре. Чуть-чуть. То есть ты мог и грим сделать, да, в теории? Да. У меня было слишком мало времени в тот день. Слушай, ты попал к человеку. Я имела в виду девочек, которые на заднем плане проходят, но чувак с зелеными косичками тоже кайфовый. Респект ему. Это не косички. Надеюсь, у тебя отпадут волосы. Ваня Типун, здравствуйте. Парикмахер Женя Толик, подстриги меня под нолик, подстриги меня под нолик, дорогой. Ну, кто-то просто без звука смотрит. Ваня Типун, здравствуйте. Здравствуйте, мужчина. Как долго вы отращивали такую пальму? И еще вопрос от чата. Сосал. Спасибо за ответы. А это настоящие дреды? Нарочно. Ваня Типун, здравствуйте. А твой мастер в курсе, что ты ведешь эфир для своих больных детей? Рис. Закину денюшку, чтобы ты вышел оттуда лысый, но богатый. Ваня Типун, здравствуйте. В хорошем темпе движешься. Уже на ты перешли? Так вот. Решил связать жизнь с окрашиванием. Ну, я с 14 лет успел перепробовать несколько, ну так, много разных профессий. И что-то последняя, которая у меня была, это до банального простая продавец в частном магазинчике с не самой адекватной управляющей. И она меня уволила за цвет волос. В этот момент я понял, что я буду искать работу под свои волосы, а не перекрашиваться ради работы. И вот я здесь. А что за частный магазинчик? Ваня Типун, здравствуйте. Здравствуйте. Ебаните ему, пожалуйста, машинкой под ноль. Ну, я, кстати, тоже поработал где-то, успел промоутером поработать. Ну, раздавал листовки, да, флайеры. Вот, но, видимо, слишком сильно травмы детства сказались, и я здесь оказался. Ну, типа... Молодой человек, ваш клиент расплатится не деньгами, имейте в виду. Да, вот, не важно, платить все равно не мне. А ты что, бесплатно здесь, что ли? Нет, я угораю. Я получу от твоего окрашивания 30%. Понял. А что, может, как-то оно, типа, напрямую сделано? Я работаю на студийных расходниках. Твой максимум — это ставить чай вон в QR в зеркале. А, понял. Ну, мало ли, надо попробовать. Невзначай. Ваня Типун, здравствуйте. А можно его сразу на лысо? Ваня Типун, здравствуйте. Мужчина с зелеными волосами. Подстриги его на лысо. Это уже вторая за минуту. Это уже как приказы. Я, по-моему, не уважают они. Как-то, ребят, вы можете как-то по уважению побольше сказать? Во-первых, человек старше вас, лет на 10 минимум, в среднем. Во-вторых, как-то, может быть, и, ну, без императивного тона. Ваня Типун, здравствуйте. Он пассив. Иногда. Ваня Типун, здравствуйте. Ну, тут осуждать-то нечего, как бы. Ваня Типун, здравствуйте. Твой план — не заплатить и сбежать еще в силе. Ну, слушайте, я на самом деле, что, думаете, натурой не смогу воплотиться? В крайнем случае, посуду помою здесь. Есть у вас? Миски от краски. Ну вот. Могу их вырезать, если хотите. Oh my.
было мало, конечно, вирусов, честно сказать. О, я сейчас похож, знаете, на кого, да? Если вы меня сейчас полностью покрасите. На Сигму. Ваня, Типон, здравствуйте. Кем их огонек не гасит, как за каменной стеной, с красной ниткой на запястье полный бабочек живот, и сердечко рвет на части. Ты писала, ты не бойся, семь ошибок, слове счастье всем девчонкам. Я немножко тащусь по всяким древним вещам. Типа я слушаю музыку на пластинке, и там классика со старым русским роком. Короче, ага. Там далеко не единственное. Типа порнофильмы? Это не старый русский рок. Ну, это такое. Ну, типа ДДТ, аквариум, кино, ария. Ваня, Типон, здравствуйте. Не забудь выключить стрим, когда секс начнется. Серьезно? Боже мой. Что? А я тоже получаю только 10% с этого. А, есть, понял. Ты если что-то не так, возьми меня за гриву просто и сделай как надо. А на этого Сигму понял, блин, как ты его зовут? Из фильма Кристофер Нолан там, нет. Который Киану Ривз. Нет, не Киану Ривз. Ребят, с топором вот этот чел, как его зовут? Из-за сияния? Я не помню, откуда. Что-то там на П, по-моему. Почему так на П? Ваня, Типон, здравствуйте. Привет, в какой цвет волосы красишь? Я в рандомные. Да, Патрик. Не педагог, не дебил. Ваня, Типон, здравствуйте. Надеюсь, ты хотя бы при нем рыгать не будешь. Таксист. Наверное, все еще в ахуе. Там просто ситуация, когда я такси ехал, мне пацаны скинули голосовой донат, ну, тьфу ты, голосовое сообщение, и там один рыгнул, и, короче, у меня было подключено к блютузу. Ну, вот мы с таксистом договорились, что я сказал ему, я тебе не буду ставить минус рейтинг, если ты не будешь ставить на имя. Ваня, Типон, здравствуйте. Я предлагаю не выключать стрим, а просто переместиться на другую площадку. А что, здесь у вас другая площадка есть? А, стоп, я понял. Это мне, типа, сказать. Да. Да, не, я. У меня больше нет аккаунтов, честно сказать. Ваня, Типон, здравствуйте. Типон, здравствуйте. Не забудьте, пожалуйста, перепутать тюбики с краской. Ваня, Типон, здравствуйте. Ты просто напомнить, что тебе завтра в семик про каталогу. Это никак не должно касаться вообще, в принципе, стрима, да? И что, что мне к врачу, допустим, и что дальше? Все профессии нужны, все профессии важны. Ясно? Ваня, Типон, здравствуйте. Вань, как будто бы план найти себе парня для БДСМ в парикмахерской не очень идея. А ты, ну, этот? А тебе какие девушки нравятся? Настолько спонтанно происходит, что мне хоть ничего не нравится, что мне не выдали. Ваня, Типон, здравствуйте. В это трудно поверить, но он еще и рок-исполнитель. Я? Не, это прикол вообще какой-то. Тут, не знаю, даже иногда подшучивают таким образом. Ваня, Типон, здравствуйте. Патрик Бейтман, американский психопат, если не вспомнил. Ваня, Типон, здравствуйте. Уважаемый донатор, тюбик тут только один.
Ваня, Типон, здравствуйте. Покрасьте ему еще и брови. Брови зеленые, ничего. У меня накрашенные. А зачем? Подожди, а вот если, допустим, под этот цвет волос надо мне брови красить? А хочешь? Не знаю. Так-то стрёмно. Ничего. Вдруг все брови выпадут. Чуть-чуть они выпадут. Не знаю. Ваня, Типон, здравствуйте. Я помню пенис большой, я помню пенис большой, я помню пенис большой, я помню. Как твоя анальная трещина? Складывается впечатление, что я уже очень хорошо выгляжу, нет? Это не просто мне? Ну да. То есть уже очень идет как-то мне. Нет, нельзя еще поговорить так? Пока сложно сказать. Но я скорее... Я думаю, что скорее дать, чем нет. То есть есть вероятность, что я буду очень плохо выглядеть? Ваня, Типон, здравствуйте. Он не только рок-исполнитель, а еще и пиздобол. Все нормально будет, да? Ну ладно. Ну просто волнуюсь, небольшое волнение. Небольшие промарки. Все, извиняюсь. Пишет мне лысый товарищ. Дань, я сейчас не могу разговаривать. Я крашусь. Как ты к этому относишься? Дерзко написал. Лысый парень, волосы вообще не растут, представляешь, 20 лет уже. Вот это в натуре печаль. Согласен? Ну, слушай, с другой стороны, это даже удобно. Ну, 20 лет полностью облысеть, мне кажется, и мало кто хочет. Ладно, облысеть, он еще и ростом 155, прикинь. Чего? Он еще и ростом 155, прикинь. Но зато качок, тут ничего не было. Как ты знал, что типа людям с маленьким ростом проще накачаться? Да, я поэтому не могу накачаться на самом деле. То есть я уже как будто бы достиг своего пика. На самом деле тоже за. Но у тебя тоже видно под предплечьем, что ты такой силач. Я? Да, ну правда. Смешно. Нет, серьезно. Ну, я... Ваня, Типон, здравствуйте. Ваня, Типон, здравствуйте. Ваня, Типон, здравствуйте. Твои полюции все еще продолжаются. Нет, дебил. Ты Блум косплей собрался? Ваня, Типон, здравствуйте. Мужчина, дайте номерок. Тут весь чат у ваших ног. Ребят, я не могу, я сейчас крашу. Кстати, вот замечал слово «крашусь»? Вот есть слово «краш», и можно сказать, типа, я крашусь по нему. Понял? Да. То есть оно такое двусмысленное немножко даже. Удивительно. Вот столько вещей, на которые можно посмотреть с разных точек зрения. Ваня, Типон, здравствуйте. Он всегда плохо выглядит. Не верьте ему. Нет, верьте мне, я очень хорошо выгляжу сейчас. Ну, относительно. То есть видишь, тут как бы тоже, опять же, вот смотри, опять же, да? Возвращаемся к этой теме. Относительно чего? Вот относительно той урны я еще довольно неплох, согласен? А чё? А? Нормальная урна. То есть даже относительно этой урны, да, я так себе выгляжу? Ты нет, даже относительно красивой урны, не понимаю, что так. Нормально? Ну да. Свернул? Пойдет нормально. Принимается. Ваня, Типон, здравствуйте. Чё,
что скинули просто. Спасибо. Мне знаешь, что сегодня писали, да, подписчики? Насчет того, что я крашусь. Кроме побрейте на лосо, что они написали. Я крашусь по мужчине, который тебя красит. Передай ему. Я слышу, да, вот. Спасибо, спасибо. Пишут, что зачем? Ты и так краш, зачем? И вот еще один комментарий. Если он покрасит волосы в дебил... Ваня, Типон, здравствуйте. Давай, давайте пол головы зеленый в крапинку. Опа, зеленый. Писали вот так еще. Воня, покрась волосы в розовый. Если не покрасишь, то я наведу тебе порчу на понос. Блин, надо было зеленый. Так, это не зеленый, замечательно. Фу-фу-фу, теперь будет минус вайп от Ванечки. Нет, только не это, он и так токсик. Я не уловил логическую цепочку в этом сообщении. Тут вообще редко что-то можно поймать. Особенно логику. Воня, ебани в разовый и срежь челку, иначе уеду из ФД. Иван Дарбога, это не то. Надеюсь, что после этого волосы отпадут, и он станет лысым. Как надо красить, чтобы волосы отпали? Объясните мне, пожалуйста. Не знаю, но я реально очковал чуть-чуть, думал, отпадут. Я никогда не красился. Не надо, ты пиздатый, но не надо реально. Он не к добру. Боди, Вань, ты чё? Ваня, Дипон, здравствуйте. Дипинскраш, 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 дипинскраш. Ваня, Дипон, здравствуйте. Мужчина, как скоро вы закончите? Ему еще клад нужно доставить, координаты скинула. Там я аниматором подрабатывал. Ну, то есть там у меня суперкота костюм есть, и там сейчас игра идет, с утра был на утреннике, и сейчас там надо заканчивать просто вечером, доставить, типа, короче. Серьезно? Аниматор? Да, ну да. Ну, у меня реально костюм суперкота. Я работал детским аниматором, но мне, типа, выдавали на то очередь какие-нибудь дурацкие ростовые куклы. Не-не-не, у меня прям сшитый на заказ костюм суперкота, очень крутой, и... Ну, тут же в основном дети сидят, естественно, да. И я вот там подрабатываю. Круто. Сейчас вообще, сейчас вот в основном просят суперкот и Леди Баг, представляешь? Не, я работал аниматором детским, да, прям типа совсем мелочи. Ваня, Типон, здравствуйте. Меня один раз так осветили, что волосы реально чуть не отпали. Непосредственно процедура обесцвечивания волоса, когда специальный состав наносится на волосы и расщепляет находящийся там пигмент. А зачем это делать, если можно просто сразу покрасить? Не все краски позволяют типа лечь без осветления. Странно, я, блин, думал, вот ради кайфа приду, эта краска будет пахнуть как в подъезде, она что-то вообще никак не пахнет. Ну, что-то чуть-чуть пахнет. Ваня, Типон, здравствуйте. Костюм суперкота не для утренника, а для вечеринок BDSM, не пизди хоть тут. Это такой, это немножко, ну, короче, уронили ее в детстве. Вот такие пишут вещи иногда. А они потом будут по структуре такие же, как до этого были, да? Да. А, нормально. Ну, за исключением того, что они будут другого цвета. А, понял, понял. Ваня, Типон, здравствуйте. Скоро Ваник будет лысым. Правда, лям, никто платить не будет. Ничего, я не за деньги здесь, ясно, вообще-то. Как это, надо будет особенный уход, да? Ваня, Типон, здравствуйте. Говно, залупа, пенис, хер, овалка, хуй, блядь, головка, шлюха, жопа. Ваня, Типон, здравствуйте.
По моим расчетам, бомба в своем рюкзаке бахнет через 3 минуты. Уведи хотя бы мужчину с пальмой на голове. Будь человеком. Ага, понял, хорошо. А что, теперь все, сидим, да? Да, сидим. Что, не хочешь чай, водичку попить? Можно чай, реально? Черный, зеленый? Черный. Сахар? С сахаром, да. Сколько кубиков? 3, наверное. 3, ага. Спасибо большое. Так, разбавлять надо? Чуть-чуть, да, капельку. Слушайте, ну вообще я сейчас похож на родственника дерзко, есть ощущение, да? Чисто вот сейчас заедитить то, что я лысый, там нейронку поставить. Бля, вот я просто знаю, что вот если вот так вот нанести краску, то непонятно, она может смыться и там будет розовый нахер. А-а-а, Ваня, у тебя сперма на волосах, говорили же, аккуратнее быть с этим. Меня обкончали. Ваня, Типон, здравствуйте. Извините, пожалуйста, ну как зовут мужчину? Олег. Спроси, ПЖ-ПЖ. Неплохо, да, так перестановочку сделал вам? Транзишн называется, знаете, веселые транзишн. Хайпи транзишн, в лайки обучения. У меня курс выходит скоро. Бля, что тут еще есть? Какой-нибудь на хулигане, да, есть такие, да? Ну, побуждения небольшие, да? Что нибудь сделать такое на хулигане, бля? Сейчас, бля. Ебанутка, блядь. Немножко bad things, you know, сделал. Этот дурак реально тычет довольным еблом на аудиторию в несколько тысяч. Кто испугался, маму, тыкните сейчас. Ну, типа, вместо плюсов в чат тыкни маму, иди проверь. Шо? Яхо! Привет, давно не слышались, давно не виделись. Как дела? Как жизнь? Удачного тебе стрима. Бай-бай. Почему 12 секунд? Почему так мало? Это у меня женщина, бля, сейчас голос, бля, говорит в донате, бля. Я что-то нихуя не понял, бля. Ну, слышите, я сильно прячься. То у меня вылезет Дена. Ваня, Типон, здравствуйте. Я раньше тоже работала в покрасе, только в Питере. Точка. Достаточно неблагодарная работа. Оставь мальчику хороший чай. Благодарю. 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 Ваня, Типон, здравствуйте. Ты теперь багажник. Чё, бля, бесстрашный, бля, меня кинуть, ну. Ну, вообще, людям все нравится. Похоже, говорят, похоже, типа, меня какой-то жидкостью обмазали, выделяющейся из организма мужчин, да. Вот, спермой. Да. Вот. Чай вкусный. А я в последний вагон сегодня записался, да? Да. Да? Да. Но я... У тебя прям миллиард отзывов на сайте. Да? Да, ну там я что-то посмотрел. Да, рандомно тыкнул так, чтобы... Я... 1000 лет не открывал сервис. Ну, типа, на сегодня к другим мастерам окошка-то и не было. А мне сказали, можно выбрать кого угодно. А, но именно на сегодня уже забит. Забит. Ладненько. Ждем? Ждем. Ваня, Типон, здравствуйте. Ваня, Типон, здравствуйте. Мужчина с зелеными волосами. Он рассказывал нам о том, как он вас хочет. Ох, блядь. Я просто один на этаже остался.
Ну еще уборщица. Ну ладно, похуй, нормально. Мама пишет, не возвращайся домой. Я предвидел такую ситуацию. Меня не сломить больше в этом мире. Да, от меня все отказались. Я стану только сильнее. Я вернусь к вам. Насру вам под дверь и подожгу дерьмо. Запомните, нахуй, все. Бля, ребят, почему-то краска выглядит, как будто она серая. Что за хуйня? Я же не серый. Я не выдержу, если я серый. А ты можешь хотя бы минуту собой не любоваться, блядь. Куда мне смотреть, блядь? Вот так вот? Что, у меня тут чат, нахуй. Минуту не улюбоваться, блядь. Пристану чуть вот так вот, подергаюсь, что-то здесь. Иван, а ты и не фор, конечно, я тебя уважала, потому что ты не фор, а так я вычислю тебя и под дверь насру жижой, возьму бензин и подожгу. Кстати, я сижу на алчке и сру жижой. Спасибо, школьная столовая. Надо жижи мне срать. Так вот я. Думаю, может, сейчас поняли, в честь выхода нового ассасина на эту балку залезть, чуть подвигаться, знаете, в стиле рока. В стиле рока. Очень силен я. Очень силен я. Представьте, вот вы вот так сейчас, вот прям вот так вот. Вы. Вот смотрите, вот мы друг на друга смотрим. Там камера по секрету. Что, еблан? Я так и знал, за мной следят, да? Где? Где? Слышите? Пока не вижу. Вот это ебать пиздец. Не работает пока что. Сломано, что ли, блядь. Какой цвет красимся? Не скажу. Я ведь спускаюсь. А мне можно тут находиться? Внизу. Можно мне здесь находиться? Ну, внизу, да? 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 Я сломал, походу, его. По глазам вижу. Хочешь на пакости? Держи себя в руках. Ты среди приличных людей. Не очкуй, я держу себя. Ой, блядь. С полным погружением, походу, игра. Ваня, Типон, здравствуйте. Сейчас у него кожу на голове начнет жечь, он перестанет выбываться. А у меня начнет кожу на голове жечь? Что? Начнет кожу на голове жечь? Нет? Все нормально, работаем. Вот я первый. Я Леонардо. А, понял, все хорошо, работаем. Гейм овер? Схуели. Так, все, я играю, ребят. Вот я Микеланджело. Курю. Бегу. Ебаш, ебаш. Я с охранником уже разобрался, что-то никто не смотрит в камеру. Я посмотрел, убедился, что никто не смотрит, они все были увлечены чаепитием. Я спокойно помацал его записочку. Черный? Пепельный? Как вы можете, блять, как это может быть либо черный, либо пепельный? Что, ёбнутые вообще, нахуй? Ребят. Новый. Новый TikTok кринж вышел. Час назад. Блять, мама упала. Пацаны, сделайте зарядку срочно. С кокеткой, ебануть вообще. Тебе только 15, ты окончила 9 класс, какой ребенок. Я обещала, мы сможем, и мы смогли. Пиздец. О,
ты нам еду, а сколько мену. Что смывать? Ага. Что? Употребляли амфетамин. Нет. Очко что-то. Что такое? Идти за тобой, да? А? Сори, что-то я. Мальчика во вторую насрал. Я вам не покажу. Пишут, топи его, говорят. Это вот пов, чат. Это вот пов. Пов? Пов, да. А, реально. Сколько еще шуток про стрижку под ноль я пропустил? Ну, пошутили, чтобы я ничего не своровал, но я ничего не воровал, честно. Тут воровать-то нечего. Ну, я тоже сам сказал. Не в смысле, что я все посмотрел, типа. Просто в плане, что надо. Нет, то, что можно вынести. Ну да, и да, и вот именно. Ну, в теории был бы охранник, я бы его вынес, конечно. Но есть админка, она за кассой. Ну не, админка нет, ты что? Замечательная админка. Очень нравится. Не-не-не, я имею в виду, ну, короче, сам понятно оно. Вот отвечая на твой вопрос про девушку. Админка, зашибись, да. Тебе нравится админка? Возможно. Люблю фрик, внешность. А, то есть она фрик? Ну, немножко. Ну, цветные волосы. Уже что-то. Пирсинг. Хотя бы что-то. Блин, фриком быть дорого, кстати. Мне не понравилось. А фрик это как, какой цвет волос? Фрик это не конкретный цвет волос. Это просто что-то неформально. Типа, знаешь... А, стоп, то есть она нефор? Ну... Не знаю, нас так называют. Нас так называют всякие чуваки, которые, видимо, цветных волос никогда не видели. Ну, камон, я как бы тоже, по большому счету. Но я даже больше нефор, чем она. Потому что я себе против... А вот за что меня называли нефором? Ты не знаешь? Вот ты вот я пришел. Вот. Я похож разве на нефора? Вроде пока нет. Вот я тоже так думаю, странно. Ребята, анпакинг дипинса. Проходи на место. Тоже так, там же, где сидели? Да. Не забудете. Да, я тут уже все знаю. Что, могу с ними? Ну да, 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 да. Ух ты, это Dyson? Это его китайская версия. В России больше Dyson не продают. Я не верю. Ты на какую сторону? Интересно. Я их ношу вперед. Интересно. Но я, да, их подвыпрямляю. Давай делаем. У вас есть выпрямлялка? Может быть, на брашке. Как это называется? На фен. На фен. Где у тебя сок-то? А, у Криса. Да не, я думаю... А можно мне просто фен? Я чуть-чуть подделаю себе сам. Ну, подсушу. Можно, да? Ну да. Да, оно. Мне кажется, оно. Такс. Благодарю, товарищи. Благодарю. Такс. Интересно. А что, мне идет, ребят? Скажите честно. Так, ладно. Ну так вот сделали. И что? Не знаю. Помните, мне стало. Что, поменялось? Охуеть, прям новый человек. Ну вот я тоже об этом же. Пепельного добавилось. Ну вы что, забыли, как я выгляжу, что ли? Вам напомнить, может? Да, фоткайте. Вот, смотрите, он как будто черный. Тебя наебали? Ничего не поменялось? Вы точно меня покрасили? Точно. Точно. А что это было? Действительно. Так, короче, давайте тогда в Телеграм я запишу обзор вам. Более подробный. Посмотрим реально. Да, готов я.
На лысо теперь? А, ну все, на лысо здесь у вас есть услуга? Не понравилось, говорят. Не знаю. Ну, короче, давайте сделаем обзорчик более подробный. Серьезно, в Телеграме я сделаю вам 360. Смотрите, в темноте, как будто бы черный полностью. Ладно, мне все равно нужно было обновиться душевно, понимаете? Понимаете? Если понимаете, то тогда не агрессируйте. Так, по уходу. Так, ну про то, что в кипятке не замачиваться, я уже сказал, вот, типа, чем горячее, да, тем быстрее цвет будет. Ага, понял. Первые два дня голову постараться не мыть. Угу. Еще вот память, в принципе, там чуть более подробно расписано, чтобы я не повторял, как вчера. По шампуням. Помнишь, какой у тебя сейчас? Тебе бумажка? Не знаю, у меня какой-то 3 в 1. Не, наш вариант. Нет? Как часто было у нас? Ну, раз в 2 дня. Может, сколько ты пошел? Че, все нормально же? Ладно, благодарю тогда. Да, спасибо большое. До свидания. Хуй, бля. Олег, а можешь меня подснять? Меня подснять просто. Да, давай. Подсними меня, как я выгляжу. Четко? Четко вообще. Замечательно. А пишу что? Импотешно. Импотешно. Как тебе цвет? Ну, мне вроде интересно. Я примерно, типа, наверное, так и хотелось мне вообще. Хорошо. Это главное. Все, ребята, я отчаливаю. Давайте. Все, удачи, пока. До свидания.